Ну вот, я не халтурю. Видите, темно. Объедки пирожков. Яблоко. Кстати, говорю я или нет, и вы, я думаю, тоже очень любите дарницкий хлеб. Я вот просто беру корочку и там выедаю всю мякоть. Вот. И эту корку очень, так сказать, смакую. Вот этим я сейчас и занимался. Что у меня сейчас волнует, что я 15 тысяч куда-то потерял, которые у меня приготовлены для зубного. Они были внутри моей книжки Ширли Джексон. Потом я куда-то их переложил. Я брал эту книгу с собой в туалет. Потом все вещи собрал, уехал на дачу. И хрен теперь знает, где их искать. Все я знаю, конечно. Они никуда не делись. Ой, да. Надо будет найти. Не то как совсем. Это уж слишком. Для меня существенно 15 тысяч потерять. Я их не потерял, просто их надо найти. Так что спокойной ночи.